А в поселке Домбай снимали популярную телевизионную программу о традициях и кухне разных народов. Несколько лет назад творческий коллектив «Поедем, поедим», правда, с другими ведущими, уже посещал нашу республику. И вот теперь, на столетие Карачаево-Черкесии, гостям показали национальные обычаи – первый шаг ребенка. За действом наблюдал наш корреспондент Артур Мхце. Первый шаг ребенка – своего рода его первая самостоятельная попытка выбрать путь в жизни. Согласно обычаям, присущим разным народам Карачаево-Черкесии, от того, что предпочтет малыш, во многом зависит выбор рода его занятий. Есть такой кавказский обычай устойчивости и первого шага ребенка. Как раз вот на это событие приглашены представители всех народов, и мы этим самым покажем нашу действительно дружбу, которая была у нас, есть и будет всегда. Отметить столь знаменательное для кавказской семьи событие приезжают почетные гости, представители разных народов республики. За создание полноценной атмосферы праздника отвечают коллективы национальных театров. Именно им предстояло засвидетельствовать выбор юного горца. Впрочем, на этот раз в числе почетных гостей и творческая группа популярного телепроекта «Поедем, поедим» с ведущим Федерико Арнальди, снимавшая в поселке Домбай очередной выпуск. Я пока, как итальянец, то есть человек не из России, я каждый раз, каждую неделю открываю для себя что-то новое. И ощущение, будто это все не бесконечно. Можно бесконечно путешествовать по России и все равно удивляться. Несмотря на то, что на столе много игрушек и вообще всего, что привлекает внимание многих детишек, малыш берет в руки книгу. Пока вряд ли стоит делать далеко идущие выводы, говорить, что он непременно станет ученым, священнослужителем или педагогом. Но желание чему-то учиться непременно поможет выбрать путь успеха. По традиции праздник продолжился национальными танцами и кухонным застольем. Современные экономические условия являются стимулом для развития внутреннего туризма как национальной экономики нашей страны. Соответственно, съемки популярной телепередачи «Поедем, поедим» позволят многомиллионной аудитории телеканала НТВ в нашей стране продемонстрировать весь туристский потенциал Карачаево-Черкесской республики, также культурные, духовные ценности и, соответственно, нашу аутентичную кухню народов Карачаево-Черкесской республики. По словам руководителя Министерства туризма и курортов, республики есть что показать гостям из других регионов России. И приезд проекта федерального канала должен помочь познакомить с традициями субъектообразующих народов как можно большее число людей. Артур Мхце, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Домбай.